Всем привет, с вами Зонг, и мы вместе с остальным кварным троидом драпаем с их родной планеты. Лейтенант, слушайте меня внимательно. Я не знаю, что творится на Клота, но похоже, ситуация критическая. Весь флот троидом спешно эвакуируется, командование рвет и мечет. Мы, сынок, оказались на самом острие этого безумия. Скоро весь наш флот прибудет вот к этим воротам в гиперпространство. Но пока мы здесь одни, я только что получил распоряжение не дожидаться подкреплений и атаковать собственными силами. Хорошо, что нас еще не ждут, охрана слабовата, но будьте осторожны с минным полем. Я вышлю десантный транспорт со спецами, которые перепрограммируют спутник, управляющий этими минами. Прикройте ребят в случае необходимости. Приступайте к выполнению. Начинаем, ребят, будьте осторожны, держитесь подальше от минного поля. Сделаем, капитан. Я шквал один, как база спутника готов, подтвердите задание. Задание подтверждаю, истребители прикроют вас. Уверен, в этой миссии по нам уже будут стрелять ракетами. А уворачиваться на Рексе от ракет это, я вам скажу, еще то удовольствие. Два звена Бронко и Драккары. Что нужно здесь главу дроидам? Советую приглушить двигатели и стать самой нормальной своих жена. Хорошо, сейчас. Только с собой не хочешь. Какие еще сапоги? Бормят. Давайте, или мы открываем огонь. Thank you.
Пол дела сделано. Ну что, у нас найдет, и они расстрелят. Талант это мучил. Это же надо всем. Ладно, желание. Пора отдыхать. Главные уроки впереди. Меня уже ракеты выцеливают. Сейчас начнется веселье. Тут прям вплотную, блин. Все. Если за тобой летит ракета, из боя ты, считай, выключен. Да ускоряйся ты, господи. Проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Так, кыш-кыш. Не любят они, блин, ближнего боя. Ты к ним еще подлети. На этот ближний бой. Насчет противоракетных маневров. Значит, как видите, это не так сложно, если у корабля есть какая-нибудь маневренность. У Рекса ее нету, поэтому избегать ракет стоит только на резком ускорении и уходе от ракеты на скорости. В противном случае результат будет очень плачевным. Здесь ракеты, как правило, хватает одной таблетки любому кораблю. Малого класса, естественно. Во время преследования ракеты я отстреливаю ловушки. Думаю, с этим все понятно. А вот когда меня выцеливают ракетой, если помните, у активных ракет есть время захвата. Активируя систему СПП, ты это время для вражеского аппарата увеличиваешь, тем самым он дольше не может захватить тебя и пустить ракету. Захват происходит только когда он видит тебя в перекрестии. Соответственно, если пользоваться этой системой во время схождения, и шанс, что он не успеет захватить тебя ракетой и пустить ее. Я тоже.
когда-нибудь до нас дочь. Орел попал и даже глаза зажмуривать не стал. Надо же, попал. Все, это был последний. Отличная работа, мы управились как раз к прибытию наших подкреплений. Теперь хватит сил на штурм управляющей воротами станции. Что было дальше, вы узнаете в следующих сериях.